Доброго времени суток, с вами Данил Добро. В этом видео я покажу, как установить Linux Mint. Это просто. После загрузки с флешки выбираем то, что первое выбралось. После чего около минуты загружается система. Переходим к установке. Перед установкой проверьте видео и Wi-Fi. После проверки установок устанавливаем систему, как я показываю в этом видео. Нажимаем на значок диска, выбираем язык, выбираем английскую раскладку. Русскую добавите после установки. Ставим галочку. Выбираем тип установки. Я ставлю вручную. Выбираю пункт «Другой вариант». У меня много разделов на диске, у вас может быть меньше. Перед установкой советую Windows, если был установлен, разбить диск на два раздела. На Linux я выделяю 30 гигабайтов под root, это наклонная черточка слэш, и 50 гигов или 50 тысяч мегабайт более под home. В разделе home будут храниться ваши файлы. Root будет система. Убираем файловую систему ECT4 во всех случаях. Тип раздела логический. Home и root — это точки монтирования. Также можно создать swap раздел. У него своя файловая система. Называется раздел подкачки. У меня почти все было создано заранее. Выбираем часовой пояс, затем заполняем, вводим имя и пароль. Пароль советую записать, и начинается установка. Нужно просто ждать. После установки продолжаем знакомство с системой и выключаем вручную. Затем выньте флешку и запустите компьютер. Появится меню загрузки. Там отобразятся все установленные ОС. Нажимаем Enter, выбираем систему, кнопку вверх-вниз.
Как только система загрузилась, вводим пароль, введенный ранее при установке. После загрузки системы приступаем к настройке под свои потребности. Советую установить VLC Player. Открывшееся окно «Помощь» поможет разобраться в интерфейсе. Во многом Linux Mint копирует Windows. Более подробная разметка. Нужно создать три раздела. Начинаем с корневого, затем Home для хранения файлов пользователя и оставляем 1,5 гигабайта на раздел подкачки Swap. Все разделы делать логическими на старом компьютере или ноутбуке. Вы можете переразмечать только сколько вам нужно. Изменения будут только после нажатия кнопки «Далее» в правом нижнем углу. Подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Скоро сниму подробный обзор. Также загляните под видео. Там я оставляю обычные ссылки. До встречи в следующих видео.